От дома Блинова до волонтерского штаба «Мы вместе». Юлия Саранова вернулась в Кимры с новым масштабным проектом. В минувший вторник, 20 июля, руководитель Тверского добровольческого центра «Мы вместе» посетила Кимры. Тему продолжит наш корреспондент. Поездка в Кимры оказалась очень насыщенной. Волонтерское движение муниципалитета тепло встретило руководителя регионального отделения проекта «Мы вместе». Ведь она уже не раз приходила к ним на помощь в трудную минуту. С Юлей я знаком еще у истоков ее такой общественной деятельности, будучи в общественной молодежной палате Тверской области. Когда она возглавляла город Тверь, я представлял город Кимрский район. И вы знаете, она всегда была такой инициативной, она всегда была полна каких-то общественных идей. Мы всегда шли за ней, потому что настолько были нестандартные какие-то решения, нам было очень интересно с ней работать. Волонтерское движение в Кимрском районе действительно велико. ВПСО «Сова», волонтеры «Победы», местное сообщество «Мы верим в Кимры». Все они пришли в актовый зал местной детской школы искусств, где Юлия Саранова рассказала им о новом проекте, который сможет в корне изменить добровольчество в Тверской области. Это проект «Мы вместе». Мне в первую очередь понравилось то, что как она коммуницирует, ну, общается с молодежью на одном языке. Абсолютно свободно, понимает их проблемы. Мы-то уже старшее поколение немножко думаем о другом, и вот это нам не хватает в повседневной жизни. Потом удивляемся, что происходит с молодежью. Нужны люди, которые разговаривают с ним на одном языке. Жителям Кимрского района это название уже знакомо. В прошлом году во время пандемии коронавируса пенсионеры и многодетные семьи муниципалитета благодаря данному движению получили продуктовые наборы. Кимряки сами помогали развозить их нуждающимся. Юлия Саранова приехала в комплексный центр соцобеспечения, чтобы лично сказать спасибо работникам за помощь в период пандемии. Теперь же проект «Мы вместе» укоренится в Кимрском районе. Главное слово, которое может объяснить ситуацию с добровольчеством в Кимрах, да и вообще с жизнью в Кимрах, это слово «живой». Здесь кипит жизнь, здесь много разных проектов, волонтерских команд, такой движухи настоящей, в том числе социальной, добровольческой. Наша главная задача, конечно же, соединить волонтерские команды, которые есть на территории, для того, чтобы и они здесь были полезны друг другу, и в масштабе региона мы нашли в Кимрах полноценного партнера в тех задачах, которые стоят перед нами в вопросе развития добровольческого движения и сферы благотворительности. В нашем регионе. После знакомства с добровольцами Кимрского района прошла рабочая встреча, на которой представители волонтерских организаций обсудили с Юлией Сарановой конкретные планы по развитию местного штаба «Мы вместе». Куратором проекта в муниципалитете стал лидер движения «Мы верим в Кимры» Алексей Протасов. Еще один важный для Кимр проект – «Том Сойерфест». Активисты реставрируют фасады деревянных зданий. В 2019 году Юлия Саранова приехала в Кимры с командой добровольцев, чтобы помочь отреставрировать дом Блинова. Сейчас обновленное здание радует глаз прохожих. А активисты уже работают над усадьбой мещанина Ивана Калинина. Построил вот его вот эту вот половину дома в 1870 году, потом решил расширяться. Построил еще деревянную половину дома, но также появился мезонин. Красота. А все работы планируется завершить уже в сентябре.